Здравствуйте, дорогие. Все меньше и меньше мне хочется говорить о чем-либо, и все больше и больше хочется молчать. Но пока мы не вышли на телепатический метод общения, что неотвратимо будет в недалеком будущем. А сегодня будем разговаривать и использовать разговорную речь для общения. Пока так. Поэтому слушайте, кому надо, эти ролики. А кто уже все знает и желает демонстрировать способности своего неповторимого ума, вам нужен, извините, другой канал для своих собственных игр. Считайте, что я сдалась без боя, вы победили, и ваш ум победил. Ваша жизнь принадлежит вам, а не мне. А для тех, кто действительно желает двигаться в сторону своего развития и брать ответственность за свою жизнь, то нам с вами по пути. И будем учиться вместе. Как? Пока у нас с вами получается. Без требований, без суждений, без осуждений, как себя, так и других. А наоборот, используем осознанно практики и методы и инструменты для продвижения к свету. Вот и сегодня я предлагаю вам очередную практику, которую применяю не так давно, но она мне помогает удерживать себя в благоприятном состоянии и даже исцелять, и восстанавливать свои оболочки, и даже я чувствую расширение. Этот метод пришел ко мне интуитивно, скорее всего, от ангела-хранителя и земного ангела, потому что я просила у них помощи. Что это такое? Это осознанное взаимодействие с пирамидами. Но не просто с пирамидами, а с большими пирамидами, 7 метров в высоту, и не просто большими и высокими, а еще и цветные. Цвет пирамиды выбираете вы сами. По какому принципу? Ну, почему-то сейчас вам он особо приятен. Таким образом, вы чувствуете влияние цвета и учитесь удерживать силой мысли образ создаваемого предмета в форме. Это очень скоро вам будет просто необходимо, потому что мы мастера создания форм. Желательно лечь и расслабиться, пригласить ангела-хранителя и земного ангела, который помогает вам заземляться. Возможно, вы это сделаете через кристалл Арис. Или, возможно, вы примените цветной жгут, который располагается между ногами у мужчин и из второй чакры у женщин, в центр земли. И соединяемся с Творцом, с Источником. И как бусина болтаемся на веревочке. Один конец – это связь с землей, а другой конец – с Источником. И поскольку мы все равно связаны, так пусть эта связь будет полноценной и осознанной, и налаженной. Я здесь и сейчас, в настоящий момент. Повторяем, кто желает запустить эту программу. Я здесь и сейчас, дочь Божья Лора, в настоящий момент, в пещере творения Великой Матери, создаю пирамиду 7 метров ультракрасного цвета, например, в которой кристалл рубин сверху и кристалл рубин снизу, как большая высокая кровать, на которой вы лежите в расслабленном состоянии. Можно представить, что вы лежите между больших двух кристаллов, и энергия их проходит сквозь ваши все тела, восстанавливая, трансформируя, исцеляя, перерождая и очищая. Одним словом, подготавливая ваши тела к восприятию новых высоких частот по мере вашей готовности. Можете этот сеанс проводить от 20 до 30 минут и даже до часа. Очень благоприятно это делать перед сном. И время сэкономите, и сон осознан, и еще и запрограммирован. Можно просить свою душу после пребывания в пирамиде отправить вас в школы на Солнце или на созвездие Плеяд,
или на Сириус, или как турианцам, а возможно вы желаете побыть на корабле Аштара, который путешествует по всей Вселенной. Для людей искусства очень хорошо быть на Венере, творчество будет обновленным. В общем, могу повториться, что вы сами выбираете и цвет пирамиды, и путешествие после пирамиды. И я тут вам совершенно не советчик. Пробуйте и наблюдайте. Возможно, будете записывать. И это будут бестселлеры. Вы в игре построения нового мира. И это будут книги будущего. Более того, скажу вам, что многие из вас уже давно строят новый мир во время сна. Поэтому, когда вы чувствуете, что вы прямо проваливаетесь в этот сон, то, скорее всего, вы работаете на тонких... Ваша душа работает на тонких планах, в построении нового мира, в котором мы все с вами и будем жить. Что можно добавить по пирамидам? Она может быть и белой, и золотой, и оранжевой, и желтой, и зеленой, и розовой, и голубой, и фиолетовой, и даже радужной, и жемчужной, и серебряной, и платиновой, и лиловой, и просто прозрачной, с кристаллом, как бриллиант. У каждого человека свои потребности и свои выборы. И вы сами чувствуете, что вам сейчас более полезно. Пока мы с вами разговариваем, над нами сейчас ультракрасная пирамида. Кристалл рубин сверху, кристалл рубин под нами. То есть пока вы этот смотрите ролик, идет с вами работа. Конечно, вы можете их делать и на работе, и дома с утра, когда еще не встали с постели. И вы мне скажете: я опаздываю, у меня работа, и когда ее делать? Тогда я отвечу: на ночь или в свои выходные с утра. И приятно, и полезно, и день более качественный, и подготовили себя к новой жизни. Когда вы перестанете себя оправдывать, то время и место всегда найдется. Даже в метро, когда едете 30-40 минут, можно ее зарядить. Ну, не те чувства, зато с пользой. Цвет-то работает, но вот расслабляться в метро не стоит. Соберете все на себя. Поэтому просто примените цвет и мысли на пирамиду. А вот что действительно хорошо в метро, так это радужный шар пятимерности. Создали его, и в нем едете. Это и питание, и восстановление. В общем, учимся работать с образами и фигурами. Когда почувствуете, что вы это делаете уже мастерски, то можете не только себе ее выстраивать, но и своим близким, да и вообще всем людям планеты. Все равно вы строите в своей Вселенной, и в ней благоприятно всем вашим жителям. В вашем сценарии все счастливы и все в любви. А потом эти все сценарии, эти ячейки, объединяться в один уникальный большой фильм – это и есть сознание Творца. А вы – мастеротворение. В моей Вселенной живут мудрые, ответственные люди, творящие во благо себе и всем. Я выстраиваю пирамиды золотого цвета по всей планете и рассыпаю из кристалла своего сердца кристаллы по всей Земле. Все моря и реки, все океаны, все пустыни, все равнины засыпаю кристаллами моего любящего сердца. Чтобы было еще понятнее, то отпускаю мысль или идею Творца в свое сердце и оттуда выбрасываю, что создано образом, ту форму с любящим окрасом. Как еще по-другому сказать, не знаю. Это так делаю я. А как сделаете вы, это ваше дело.
Попробуйте для начала выстраивать пирамиду. Поэкспериментируйте с цветами. Ну, а потом импровизируйте. Вы же мастера света. С вами в пирамидах, в радужных шарах и в повышении частот. Лора.